Всем привет, меня зовут Александр Дмитриев. В эфире «Готовим с Redmond». Сегодня покажу, как приготовить ленивые треугольники с картофелем и сыром брынза. Их легко брать с собой на прогулку, учебу, и они подойдут в качестве легкого перекуса. Ну что ж, давайте приступим. В качестве начинки прекрасно подойдет вчерашний картофель, я имею в виду, который вы приготовили накануне либо заранее. Его мне нужно измельчить. Нарезаю произвольно, вот такими вот кубиками. К картофелю добавляю брынзу. Все перемешиваю. Нарезаю зелень, которая у меня есть под рукой, а именно петрушка, укроп и зеленый лук. Также добавляю томат. Нарезаю его кубиком. Аккуратно перемешиваю нашу начинку. Треугольнички я буду готовить в гриле от Redmond и предварительно разогрею его. Формируем треугольнички. На край выкладываю часть начинки. Панели гриля разогрелись. Теперь я их смазываю небольшим количеством растительного масла и обжариваю на них наши треугольнички. Плотно прижимаю. Готовиться они будут буквально 2-3 минуты. Пока готовятся наши треугольнички, украшу тарелку листьями салата. Давайте же взглянем, что у нас получилось. Яркие, хрустящие треугольнички готовы. Сверху смажу небольшим количеством сливочного масла. Посыпаю миксом кунжута. Вот такое простое, яркое весеннее блюдо у меня сегодня получилось. Рекомендую его приготовить и взять с собой на прогулку, особенно в хорошую погоду. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Redmond!